Аэрофлот. С нами мир ближе. В этой стране свое понимание времени. Местные жители не торопливы, не суетны. Здесь как-то особенно чувствуется, что время – синоним вечности. Мертвое море, древний мертвый город Петра, лунный пейзаж пустыни Вади-Рам, библейская река Иордан – на всем лежит печать всего прожитого человечеством пути от сотворения мира до наших дней. Мы в Амане, столице Иордании, приглашены на аудиенцию к королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II. С минуты на минуту он должен прилететь из курортного города Акаба. И вот на территорию загородной резиденции королевской семьи приземляются один за другим два вертолета. Обратите внимание, как виртуозно произведена посадка. А вот и сам пилот. Его Величество Абдалла бен Аль-Хусейн бен Талал. Король Абдалла II. Старший сын короля Хусейна и королевы Муны. Родился 30 января 1962 года в Омане. Выпускник Британской военной академии в Сандхерсте. С 1994 года командующий войсками специального назначения. С 1998 в воинском звании генерал-лейтенант. 25 января 1999 провозглашен наследным принцем. С 7 февраля 1999 король Иордании. Скажи, Мухаммед, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам. Аллаха, который владычествует над небесами и землей, нет Бога, кроме Него. Он воскрешает мертвых и умерщвляет живых. Так веруйте же в Аллаха и в Его посланника. Коран, сура 7, Ограды, аят 158. Ваша семья, семья хашимитов, ведет свою родословную от пророка Мухаммеда. Ваш отец, король Хусейн, с гордостью говорил о том, что ваша семья принадлежит древнейшему арабскому роду Курейши. Вот здесь вы находитесь у портрета основателя вашего рода, короля Абдуллы. Если можно, расскажите немножко о вашей семье, о вашем роде. Как вы уже сказали, мой род древний. Ему более 400 лет. Моя семья относится к линии пророка Мухаммеда. Это огромная ответственность. Если мысленно обратиться в прошлое, то можно увидеть, что и мой прадед, первый король Иордании, и мой отец, король Хусейн, эти выдающиеся представители нашей семьи сделали очень многое для исламского мира, для арабов. Их вклад невозможно переоценить, и я, конечно, осознаю весь груз ответственности, что лежит на моих плечах. Следовать их путем — это серьезный, непростой вызов. Но если сердце подсказывает вам, что вы на верном пути, а я хочу верить, что мои дела отвечают чаяниям простых людей, есть надежда, что я смогу, так же, как мои прадед и отец, оставить что-то после себя. Оставить после себя. В этом краю такие слова звучат особенно. Благословенная земля, которая лежит между тремя великими городами – Меккой, Мединой и Иерусалимом. Именно Иордания была свидетелем рождения ислама. Но еще много раньше здесь творилась библейская история. Есть пещера, где скрывался Лот со своими дочерьми после падения Содома и Гоморры. Есть серные и минеральные источники, в которых нежил свое тело царь Иудеи Ирод Великий. А с этой горы неба, после 40 лет странствий со своим народом по пустыне, Моисей впервые увидел землю обетованную. И взошел Моисей с равнин Муавитских на гору Нево. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. И сказал ему Господь, вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. Пятая книга Моисеева, Второзаконие, глава 34. Эти библейские горы, реки, долины, холмы – безмолвные свидетели прошлого. В самом начале 60-х в огромную каменистую пустыню Вади-Рам
приехал английский кинорежиссер Дэвид Лин снимать фильм о культовом персонаже британской истории, человеке-легенде, писателе и разведчике Лоуренсе Аравийском. Король Иордании Хусейн дал разрешение использовать на съемках бригаду арабского легиона и сам иногда приезжал посмотреть, как обращаются с его солдатами. Во время съемок он познакомился с очаровательной девушкой Тони Гардинер, дочерью британского офицера. Перейдя в ислам и вступив в брак, она обрела новое имя Муна Аль-Хусейн. 30 января 1962 года у королевской четы родился первенец Абдалла. Ваше Величество, большой период в истории Иордании связан с именем вашего великого отца, короля Хусейна, который правил вашей страной почти полвека. Какие основные принципы его правления вы унаследовали? Что из его политического наследия вам кажется важнее всего? Очевидно, есть два основных аспекта. Приоритетом моего отца всегда было, во-первых, улучшение жизни своего народа, а во-вторых, чувство ответственности за всех, кто нас окружает, за наших соседей, даже если порой приходилось жертвовать интересами самой Иордании ради улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Такими были уроки, которые преподал мне Его Величество. А моя программа с первого дня моего правления направлена на то, чтобы у каждого простого человека на столе была еда, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы жизнь людей становилась легче. Моя задача — помочь иорданцам почувствовать себя увереннее и безопаснее в будущем. Нехватка денег – корень любого зла. Это утверждение Джорджа Бернарда Шоу маленький Абдалла запомнил еще со школы святого Эдмунда в графстве Сорей. А школа эта вот уже 100 лет располагается в доме, где жил великий Шоу. От других мальчишек юный принц отличался только тем, что его постоянно охраняли 2 детектива из Скотланд-Ярда. Потом были школа Иглбрук и Дирфилд-академия в Массачусетсе, США. И это было нетипичное начало для карьеры военного, которая изначально была уготована Абдалле. Как и его отец, Абдалла окончил британскую военную академию в Сандхерсте. Счастливые минуты. Король Хусейн обходит строй выпускников, и вот, обратите внимание, его сын Абдалла совсем не по уставу улыбается отцу. Я знаю, что вы не стремились стать королем, но судьбе было угодно, что вы стали королем Иордании совсем молодым человеком, в 37 лет. Что изменилось в вас за эти 4 года? Это было огромным потрясением для всей нации, сильнейшим ударом для меня лично, когда Его Величество, мой отец, скончался от рака. Я оказался на троне. Я не хотел этого. Я не ожидал этого. Смерть короля Хусейна потрясла Иорданию. Этого человека боготворили в стране, на него молились. Он был провозглашен королем 11 августа 1952 года и находился на престоле почти 47 лет. За эти годы в Кремле и в Белом доме сменились несколько эпох, а в небольшом ближневосточном королевстве правил человек все полвека, бывший примирителем, увещевателем в арабском мире. Это он пытался сделать свою страну посредником между миром ислама и Западом. На его похороны вместе с действующим президентом США прилетели 3 предыдущих. Дань памяти приехал отдать и Борис Ельцин. Короля Хусейна, этого легендарного человека, своего отца, должен был заменить на престоле Абдалла. Я принял этот пост так же, как принимал все свои предыдущие посты, когда был военным. Хороший офицер заботится о своих солдатах, старается оказать им максимум поддержки. Я постарался использовать весь свой опыт, приобретенный в армии, для руководства страной. Я считаю, что армия — это прекрасная школа. Есть люди, которые говорят, что военный не может быть политиком. Я придерживаюсь другого мнения. Если вам когда-либо приходилось служить в армии, вы знаете, что это тяжелая повседневная работа. Я был моряк. Поэтому вы понимаете, что такое обязанности солдата и офицера. Это работа по 24 часа в сутки. Это готовность пожертвовать своей жизнью. Ну, вы действительно были блестящим военным. Даже были какое-то время российским спецназовцем. Какие основные уроки, что из опыта военной жизни, вы считаете, вам пригодилось больше всего на вашем королевском посту?
Я провел в армии больше 20 лет. Обучался в Англии, во Франции, стажировался в Соединенных Штатах, был по обмену в России. Я посмотрел мир. Был пилотом боевого вертолета, служил в войсках специального назначения, и я много почерпнул уроков, которые сегодня использую в управлении страной уже как монарх. Правительство не имеет такой энергии, какой наделены военные люди. И главная проблема была в том, особенно когда началась экономическая реформа, что обычно я задавал вопрос «когда?». Мы, солдаты, привыкли работать, глядя на часы. Когда я служил в армии, я имел честь посещать ваши военные заведения, работал с вашим спецназом, бывал в Туле. Очень теплые воспоминания оставили российские люди в моем сердце. В России у меня много друзей. Ваше Величество, в этом августе наши страны отмечают 40-летие установления дипломатических отношений. Ваш великий отец, король Хусейн, неоднократно бывал в нашей стране. Вы также бывали уже в нашей стране. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-иорданских отношений и ваши встречи с президентом России Владимиром Путиным? Политический аспект наших отношений всегда был замечательным, характеризовался взаимным доверием и уверенностью друг в друге. Это отношение к крепкой дружбе. Я рад, что нас с президентом Путиным связывает настоящая дружба. Между нами существует полное взаимопонимание и доверие. Я считаю его одним из моих ближайших друзей, что, безусловно, отражается на отношениях между Иорданией и Россией. Я стараюсь посещать Россию не реже одного-двух раз в году. Россия играет очень важную роль в нашем регионе, в мирном урегулировании ближневосточных конфликтов, в решении иракского вопроса. По всем этим вопросам мы проводим консультации с Россией. Ваше Величество, вы упомянули тему ближневосточного урегулирования. Иордания находится на перекрестке. Ближневосточное регулирование сегодня в центре внимания. На столах политиков лежит так называемая дорожная карта. Что вы думаете о перспективах этого плана, который получил название «Дорожная карта», и что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы стабилизировалась ситуация на Ближнем Востоке? Ключевым вопросом, хотя только что закончилась война в Ираке и продолжаются страдания иракского народа, повторяю, ключевым вопросом на Ближнем Востоке всегда остается израильско-палестинская проблема. Пока эта проблема не решена, будет существовать опасность нестабильности в этой части мира. Дорожная карта жизненно необходима. К несчастью, недавний кризис в отношениях Израиля и Палестины вернул нас на шаг назад. Но мы не должны сдаваться. Какие существуют альтернативы? Последние 3 года мы смогли убедиться, что альтернатива — это смерть, разрушение, насилие. Нам просто необходимо продолжать подталкивать палестинцев и израильтян к решению этой проблемы. С планом «Дорожная карта» связывают будущее на Ближнем Востоке. А вот иная карта, карта из прошлого. Эту древнюю мозаичную карту Святой Земли мы обнаружили в греческой христианской церкви Святого Георгия в Мадабе. Таким был Ближний Восток при римском императоре Юстиниане. К тому моменту уже 6 веков существовало христианство. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Евангелие от Матфея, глава 3. Крещение Иисуса свершилось в Вади-Харар, неподалеку от Мадабы и горы Небо. Каждая из цивилизаций, сменявших друг друга на протяжении многих тысячелетий, оставила в Иордании свой след. Петра, город-призрак, город-легенда. Ему более 4000 лет. В 7 веке до нашей эры эти места заселило древнее арабское племя Набатеев. И Петра стала набатейской столицей. Она окружена горами, как крепостной стеной, и соединена с внешним миром лишь узким километровым ущельем Сик, над которым нависают 100-метровые скалы. Европейцы ничего не знали о таинственном городе до начала 19 века. Лишь в 1812 году, выдав себя за мусульманина, в него проник швейцарский исследователь Буркхарт. Сегодня известно, что Петра –
Это некрополь, вырубленный в скале на высоте 900 метров над уровнем моря. Античная эпоха оставила после себя развалины прекрасных городов на севере страны, в Джераше и Умкейсе. Эти вымощенные камнем улицы, колоннады, храмы, площади и фонтаны прекрасно сохранились, несмотря даже на то, что Джераш был погребен под селем, как Помпеи под лавой. Его так и называют – Восточные Помпеи. А расположенный на вершине холма с видом на Иорданскую долину город Умкейс известен своим черным базальтовым амфитеатром и еще тем, что отсюда хорошо видны голландские высоты, невысокие холмы, получившие печальную известность уже в новейшей истории. Вы знаете, мы в вашей прекрасной стране всего два дня, но можем свидетельствовать, что иорданцы любят своего короля. И как вы общаетесь вот с простыми иорданцами? Я даже слышал, что вы иногда переодеваетесь, выходите в город, и как бы, как простой иорданец, находите возможность встречаться с людьми. Насколько это правда или это легенда? И как вы часто общаетесь со своим народом? В моей прежней жизни я знал, что происходит в стране, потому что я был обыкновенным человеком. Был близок к народу. Но опасность пребывания на таком высоком посту как раз и состоит в том, что вы можете потерять контакт с простыми людьми, и вы можете утерять понимание тех проблем, с которыми они сталкиваются. Соответственно, один из способов, как этого избежать, инкогнито выходить в народ. Мне приходится переодеваться и смотреть на ситуацию как бы со стороны. Потом я могу позвонить в министерство, сказать кому-то из ответственных лиц, вы совершили решайте ошибку, и меня уже не смогут возразить, ведь я все видел собственными глазами. Если позволите, Ваше Величество, несколько личных вопросов. Ваша семья, вы с вашей супругой, королевой Раньей, одна из самых красивых, элегантных пар в мире, привлекаете всеобщее внимание. Если можно, расскажите несколько слов о истории знакомства с вашей прекрасной супругой, королевой Раньей. Вы знаете, мы познакомились абсолютно случайно. Я был командиром танкового батальона. С королями случается познакомиться случайно с будущей женой? Да, случается. Мы провели в пустыне 3 месяца с моими солдатами на военных учениях, все прошло удачно. В тот день я отличился, и мой бригадный командир отпустил меня домой на 24 часа. Моя сестра оказалась в городе и пригласила меня на ужин. После 3 месяцев, проведенных в пустыне, единственное, что мне хотелось, это принять душ и лечь в чистую постель. Но сестра сказала, что давно меня не видела, и я приехал к ней, и на этом ужине оказалась ранена. Я взглянул на нее один раз и понял, вот она, моя единственная. Классическая любовь с первого взгляда. Да, абсолютно. Я сразу же почувствовал, что ранее просто создана для меня. Мой отец, который очень переживал, что я никогда не женюсь, хотел, чтобы я женился немедленно. Он хотел, чтобы мы обручились и поженились в один день. Но мы поженились спустя 3 месяца после обручения. Он поддержал ваш выбор? Да, он был восхищен. Я думаю, что он радовался. Наконец-то его первенец, его старший сын, женился. Он полюбил Раню, полюбил моего сына Хусейна, которого я назвал в честь моего отца, и все мои дети занимали в его сердце особое место. До знакомства с Абдалой ранее изучала в университете менеджмент, работала в банке. Сегодня королева ранее возглавляет женское движение, выступает на экономических форумах. Но свою главную задачу она видит в объединении наций. В стране 60% иорданцев палестинского происхождения и 40% бедуины Восточного берега. В начале 90-х она, палестинка, была вынуждена эмигрировать с семьей из Кувейта в Иорданию. Судьба вынужденных переселенцев знакома ей не понаслышке. В королевской семье 3 детей. Мальчик и 2 девочки. Принц Хусейн, принцесса, Иман и Сальма. Время, проведенное с детьми, счастливые мгновения в жизни королевской четы. Ваш великий отец, король Хусейн, был заядлым автогонщиком. Он собрал массу призов на чемпионатах, на разных ралли. Кроме того, он был блестящим летчиком. Вы тоже, я знаю, много посвящаете времени, своего свободного времени, такому экстремальному досугу. Я знаю, что вы прыгали с парашютом, управляете вертолетом. Вы вообще азартный человек?
Прыгая с парашютом, вы наслаждаетесь жизнью. Нет ничего приятнее приземления на землю живым и здоровым. Естественно, это заставляет кровь бурлить и кипеть. Это дает вам определенный толчок, очередной стимул к жизни. Проблема в том, что многое из того, чем я привык в своей жизни заниматься, сегодня мне делать не разрешают. Сейчас же не прыгайте! От меня прячут мой парашют. Конечно, я очень скучаю без этой части моей жизни. Я думаю, что такие вещи питают вас энергией, заставляют вас вибрировать. Я нахожу офис весьма скучным. Тогда, Ваше Величество, скажите мне, а что еще, кроме невозможности слишком рисковать, какие еще ограничения накладывает королевская жизнь? Мое время сейчас не принадлежит мне, как в прежние времена. Но для меня по-прежнему очень важным остается общение с моей семьей. Если вы разрешите вашему протоколу планировать все, они заполнят ваше время целиком. Вам просто необходимо брать инициативу на себя, останавливать их и говорить: «Мне нужно время для того, чтобы побыть с друзьями, с семьей. Это очень важные вещи. И за это право мне приходится сражаться». И здесь сражаться. Впрочем, «сражаться» — любимое слово у этого миролюбивого человека, который, пожалуй, чувствует себя в большей степени солдатом, чем монархом. Он готов с увлечением рассуждать о танках, самолетах, оружии. В его личной библиотеке много книг по военному делу. Есть и российская энциклопедия танков, книги о Курской дуге и о Сталинградской битве. У вас блестящая коллекция старинного оружия. Даже вот в этом кабинете видно блестящая коллекция пистолетов современных, старинного оружия. Можете рассказать хотя бы два слова о наиболее любимых экспонатах этой коллекции? Самое ценное, я думаю, это подарок, преподнесенный моему отцу. Это коллекция пистолетов «Лугар», 100 лет «Лугар». И самый замечательный экземпляр этой коллекции был сделан в России в царское время. Эта коллекция еще и потому мне дорога, что я восхищался ею, будучи ребенком. А на мое 25-летие я получил ее в подарок от отца. Я знаю, еще в Иордании славится выращиванием породистых скакунов, замечательные лошадей арабской породы. Я люблю лошадей. Единственная проблема — у меня аллергия. У меня астма, поэтому мне приходится принимать лекарства. Вот с верблюдами у меня никаких проблем нет. Но когда я приближаюсь к лошади... Тем не менее, я активно поддерживаю развитие традиционных видов верховой езды в моей стране. В современной Иордании и лошадей, и верблюдов вытесняют автомобили. 50% населения страны моложе 16 лет. Молодое поколение все больше тяготеет к новым информационным технологиям. В стране 300 тысяч пользователей интернета. Пока это 6% населения. Но 1 200 000 имеют мобильные телефоны, а это уже 23%. Уходят в прошлые времена, когда продавец-араб обязан был вызвать на дуэль покупателя, если тот отказывался торговаться. Но все нововведения не затрагивают основ монархии. На улицах и старики, и молодежь рядом с портретами бывшего короля Хусейна выставляют портреты нынешнего короля Абдаллы. Все-таки трудно ли быть королем? В армии было проще, потому что решение сложных проблем вы всегда могли делегировать старшим чинам. Сложность моего нынешнего положения в том, что я являюсь последней инстанцией ответственности. Это очень трудно. Вы не можете на этом посту переложить ответственность на других. Ответственность за народ, за страну лежит на ваших плечах. Пришла пора прощания. Правящий король Иордании сам сел за руль. Иордания. Древняя земля на восточном берегу реки Иордан. Царство пустыни, место, где время остановилось. Здесь камни помнят каждый поворот многовековой истории цивилизации. По этим плитам амфитеатра ступали те, кто жили на заре эпох. И гулко разносилось эхо их голосов. Но сегодня эти камни – часть современной истории. В них вдыхают жизнь почти 5 миллионов иорданцев. Им выпала судьбой жить в этой святой земле.
во главе этого народа 43-й потомок Мухаммеда, король иорданского хашимитского королевства Абдалла II.